что, сегодня у нас понедельник же сегодня? Да. Да, сегодня у нас понедельник, опять рабочая неделя началась. Не успели в выходные зажать столешницу, но все успели подготовить. Сейчас ее чуть-чуть почистим. То есть мы сюда сделали решетку в прямой шип, то есть наполовину. Все это склеено, зажато на пур. И плюс еще сюда вклеили вот такие вот бруски. Тут будет овал, на который будет крепиться нога. То есть вот у нас примерно такой овал. Это не столешница, это вот сюда будет такой овал, как бы подстолье, которому еще будет по центру нога прикреплена, а само оно будет крепиться вот примерно вот в эти куда-то места. И вот под них сделаны такие вкладыши закладные, назовем их так, вот, которые будут внутри, чтобы нам не ловить вот эти перегородки и в них закручивать, а чтобы можно было более или менее хотя бы там условно попасть сюда куда-то покрепче. Вот, сюда еще сейчас зажмется десяткой МДФ. Вот. И потом будет сюда делаться подклейка, которую мы в прошлых видео показывали, Кирилл делал. Вот. И все это потом будет фанироваться ясенем. С внутренней стороны будет ясень просто рубашка, а снаружи будет ясень лучами разложен. Вот. Это потом будет все равно, конечно, в белое краситься, там не сильно будет видно, но текстура в любом случае будет видна, поэтому раскладочка тоже будет красивая видна. Вот. И Серега у нас делает ножки для комода. Вот. Сейчас он потихоньку тут обгоняет профиль. Вот, может, подснимите здесь поближе. Вот, то есть у ножек будет вот отсюда. Вот. У ножек будет такой профиль. Точнее, даже не профиль, а такое закругление в стыке. Вот. И чтобы это сделать, он все собрал, подклеил сюда прямую детальку еще изначально, когда собирал, и сейчас сделал копирчик, и по копирчику потихоньку за много-много раз это все снимает. Вот, и сначала, получается, идет по шаблону, и потом уже идет по подшипнику по самой ноге. Потом чуть-чуть это все пошлифуется, и все. Вот, а так такая надежная штука получилась. То есть мы чуть-чуть боялись, что очень тоненькая, вес комода не выдержит, потому что будет такой большой комод из корня как раз ореха. Вот, но на самом деле никуда ничего не денется, тут достаточно большая жесткость, вот, и тут хватит этого. Сейчас еще пройдут с фасочки, и будет так чуть поаккуратней, потоньше выглядеть, потому что когда прямоугольные, всегда выглядят таким более массивным, вот, всегда для этого делаются фасочки, они делают закругление и сглаживают, изделие кажется таким более тонким, более легким. Вот. И здесь еще у нас промежуточные перегородки, которые будут вес комода чуть-чуть тоже распределять по всей площади конструкции. Все, пока не совсем понятно, что еще сегодня будем делать. Сегодня у нас мало народу. У нас Инна и вот Родион оператор, я и Серега. Да. Остальных сегодня нет. Кирилл сегодня отдыхает, Полина сегодня тоже отдыхает. Вот. Но что-нибудь сделаем и все это подснимем, покажем.
кстати, Серега доделал ореховые ноги для комода. Прошел фасочки, чуть-чуть там что-то подклеил. Вот, а так все готово, все достаточно жестко. Комод встанет, и все будет вообще ок. Все еще с комодом свяжется, будет вообще отлично. А мы начинаем вытаскивать наш шпон, который мы красили. Это... Куда-нибудь сюда бросайте его. Это клен, который мы красили в серый цвет. И первый мы уже вытащили листочек, чтобы посмотреть, насколько он протравился. И там не было времени. Еще у нас, наверное, с недельку полежал. Вот, чуть побольше протравился заодно. Вот. Сейчас можно увидеть, что на нем куча всякой грязи, там железа и всего остального. Вот это надо будет сейчас смывать. Сейчас Инна сначала вытащит все, что там есть. Все это все? А, так мало? Ну ладно, я думал, мы больше положили. Три листочка всего, да? Угу. Ну ладно, значит, потом еще положим. Вот, но это мы для теста клали. И получается, вот один у нас есть, и три листочка еще. Вот, все, сейчас под раковиной все вот так вот. Это аккуратно все смывайте, какую-нибудь губочку там старую можете взять. Все, мы помыли шпон, и теперь его нужно положить, просушить. Так, кладите еще газетку, еще много, и еще вот такую же сюда, потолще, да, вот эту. Вот, шпон сначала супер влажный, соответственно, потому что много воды в нем. Нужно класть на достаточно большие слои газеты, потому что через него все это очень быстро выйдет. Вот, и сверху накрывайте еще тоже примерно столько же слоев, еще, наверное, еще побольше. То есть еще миллиметров 5, чтобы прям так кучу вот эту вот всю кладите, и еще на нее кусочек. Вот, и после этого накрываем какой-нибудь плитой, любой там МДФ или еще что-то, все это дело, чтобы чуть-чуть придавить. Вот сначала, первый раз, когда мы только начинаем просушивать, это можно положить где-нибудь там минут на 30-40 чем-нибудь придавить. Вот. И там достаточно быстро выйдет большое количество влаги, и, соответственно, бумагу уже не будет впитывать, газета не будет впитывать влагу, поэтому минут через 30-40 нужно будет поменять, и потом где-то, наверное, уже можно, в принципе, на ночь оставить, на большой слой тоже газеты, вот, и он уже за ночь так получше просушится. Но вообще для того, чтобы полностью просох, нужно несколько дней, и достаточно там раз в день менять газету на новую, потому что влажная в какой-то момент перестает впитывать уже влагу. Все, все, это можете донесете вылить. Вот, куда-нибудь, я думаю, в раковину надо вылить аккуратненько. Только там проверьте, есть ли там магнитики. Не слить их. Вот. Все, шпон через полчаса поменяем и оставим на ночь, уже завтра будем этим заниматься. Вот. А так сегодня больше, наверное, ничего не успеем поделать. Сегодня у нас Данила поделал обкладку на кабинет, отшлифовал, не хватает шпон, которого не хватало, там палисандр, еще несколько пластин на верхнюю крышку и на обкладку ящиков. Теперь, насколько я понимаю, у нас весь шпон отшлифован, откалиброван, и надо будет просто планомерно потихоньку зажимать. И также он сегодня зажимал центральную часть на ящиках, тоже из палисандра. Вот. Завтра разожмем. И потом будем подклеивать жилки, которые он тоже сегодня сделал. И потом уже основную рамку тоже из палисандра. И что-то еще сегодня было. А, ну я не знаю, мы, по-моему, не снимали. Сегодня съездили, купили дуба 0,3 куба короткого. И две пачечки сикамора. Тоже очень красиво, там метров 25. Но это потом покажем, там на следующие заказы пойдет этот материал. Вот. А так на сегодня, наверное, все. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся завтра или послезавтра.